Сегодня стартует одно из главных кинособытий года – Минскому фестивалю «Листопад-25». На юбилейном форуме концентрация громких премьер, знаменитых режиссеров и открытий в мире кино. Под слоганом «Познавая белый свет» организаторы покажут более 160 премьерных лент на 7 площадках столицы. В Минск уже прибыли первые гости. Именно здесь, в Национальном аэропорту, начинается новая листопадная история для режиссеров, сценаристов, кинокритиков и журналистов. Более 140 гостей из 36 стран мира. Некоторые уже сошли с трапа, и одним из первых стал узбекский актер и режиссер Рустам Сагдулаев. Тот самый Ромео из Ташкента из фильма «В бой идут одни старики» – почетный гость фестиваля. 55 лет на экране и свыше полусотни ролей. В 23 он получил всесоюзную славу благодаря режиссеру Леониду Быкову. Командир, я сел. В ночь перед вылетом Рустам Абдуллаевич еще был на съемках фильма «Тимур». Актер востребован в узбекской и российской киносреде. Не только снимается, но и снимает. В начале 2000-х Сагдулаев открыл свою киностудию. Там же снял сериал «Слепые», который взял третью премию Московского фестиваля телефильмов. «Листопад» – единственный фестиваль. Ну, это нигде нет добрее этого фестиваля. Я честно я вам говорю, потому что люди такие, земля ваша такая. Я очень рад, спасибо устроителям фестиваля, что меня вот удосужились пригласить. В списке приглашенных гостей – народная артистка России, актриса Светлана Немоляева. Коллега Новосельцева из «Служебного романа», жена Гуськова из «Гаража» и мадам Зизи. Она работала и с Кирой Муратовой. Название картины известного режиссера «Познавая белый свет» стало слоганом юбилейного листопада. Многие фильмы не выходят в широкий прокат, их нет на торрентах потом, поэтому найти эту коллекцию достаточно сложно. Через несколько часов фестиваль начнет свою работу. В кинотеатре «Центральный» пройдет пресс-конференция с участием почетных гостей. А в 16:30 в рамках вне конкурсной программы «Женские истории» состоится первый кинопоказ. Под номером 1 в афише – история режиссера Марыси Никитюк «Когда падают деревья». Главное событие – торжественное открытие и встреча гостей на Красной Ковровой традиционно в кинотеатре «Москва». Лидия Заблоцкая, Денис Гатило, агентство «Теленовостей».